Только припев оформлю, и мы сразу с тобой пойдем туда и сюда. Можем еще в толочке с тобой посидеть, там немножко подумать, курнем, может, чего, кто знает. Надеюсь, на квартире есть что можно курнуть. Такого, знаешь, ну, легального абсолютно, ничего такого запрещающего. Может, чай там, может, еще какая хуйня, ну, может, даже кальянчик. Посидим, покурим кальянчик, там, может, и куда-то перейдет на какие-то серьезные более вещи. Ну, типа там рома, может быть, с колой, да, какие-то другие коктейли. Может, пивко, пивко, конечно, я не пью, потому что ну его нахуй. Знаешь, блядь, потом ссать 100 лет, блядь, короче, вот смотришь, они начинают отворачиваться от тебя, потому что ты так-то спел, блядь, а они уже, блядь, уже, знаешь, перестали чувствовать, что ты им нужен, блядь, а ты все говоришь и говоришь, типа, мол, ну, знаешь, блядь, вот недавно ходил за водой, блядь, она такая думает, что он несет вообще, может, пойдем уже трахнемся, в конце концов, что за залупа, блядь, ты такой, да, конечно, и такой говоришь, эта песня для тебя, слышишь, моя музыка тобой дышит. Нихуя себе, блядь. Просто переделал немножко трек.